Приветствую вас. Продолжаем рубрику «Как заработать деньги». С чего начать свой бизнес? Бизнес на колесах. Детская английская обувь с въездом. Любого начинающего бизнесмена привлекает быстрые деньги, которые легко окупают первичные расходы на составляющие бизнес-проекта и намного превышающие доходы остальных людей. Одним из подобных методов заработка является выездная торговля. Вариаций рыночных ниш у нее множество, например, торговля овощами и фруктами на колесах. Выездная торговля осуществляется посредством автолавки. В первую очередь нужно позаботиться раздобыть начальный капитал. Как и любой бизнес, торговля детской и английской обувью с въездом требует своих вложений. В нем участвуют в основном два человека. Чтобы не тратить деньги на покупку автотранспорта, лучше найдите такого партнера-напарника, который имеет свое автотранспортное средство. Но для меньших нагрузок, частных въездов и увеличения чистого дохода удобнее всего сделать предлагаемый бизнес семейным. Мы не остановимся на том, что для начала данного бизнеса необходимо получение разрешения на въездную торговлю, а также на том, что необходима регистрация в качестве ИП. Закупать товар нужно оптом, чтобы меньше потратить при покупке и больше заработать при розничной продаже. А наценка за посредничество составит солидную сумму. Где лучше закупать качественную английскую детскую обувь с хорошей скидкой? Для этого посетите веб-сайт www.russianlondon.com. Бутик городок Вичестер Виллидж, который расположен в регионе Оксфордшир, 20 минут езды от Оксфорда, с более 130 бутиков самых роскошных дизайнерских брендов, которые круглый год продаются здесь со скидками до 60% от рекомендованной розничной цены. Посетите лондонские ярмарки и базары, веб-сайты обувных фабрик Англии, интернет-магазины детской и английской обуви. Не ленитесь, ищите упорно. Кто ищет, тот всегда найдет. Кто хочет, тот всегда добьется. Торговля детской обуви с въездом – одна из немногих рыночных ниш, где магазины на колесах могут на достаточно серьезном уровне конкурировать с крупными магазинами обуви. Что касается наценок, то они достигают до 150%. То есть потенциальная прибыль от такой торговли весьма привлекательна. Исходя из того, что ваша наценка должна быть меньше, чем в крупных магазинах, вы сможете сравнительно быстро продать свой товар. Англия славится своими обувными традициями. Даже самые именитые производители стремятся выпускать обувь, доступную широкому кругу покупателей. Детская обувь – это товар, который всегда будет востребован. Дети быстро растут, и им всегда нужны несколько новых пар обуви. Ассортимент позиций должен быть рассчитан для детей возраста от 0 до 10 лет. Торговать нужно в густонаселенных районах города, микрорайонах, кварталах, у многоэтажных жилых зданий, но можно организовать и выездную торговлю в селе и деревне. Перед началом любого бизнеса тщательно проведите анализ всех возможных рисков. Желаю успехов в бизнесе, всем пока и до новых встреч!